Что ж, это разные формы, которые принимают общее откровение. Но каковы же масштабы этого откровения? Что мы можем узнать из общего откровения? Что ж, я хотел бы указать вам на 4, может быть, на 5 моментов, которые мы можем знать. И прежде всего, Павел написал, что мы можем узнать о существовании Бога из рассмотрения творения. Послание к римлянам, 1 глава, стихи 19 и 20. Павел пишет о том, что все могут знать, что есть Бог. Надо лишь посмотреть вокруг, на то, что сотворено, и понять, что должен быть Творец. Павел говорит не совсем такими словами, но, по сути, такова его мысль. И, во-вторых, благодаря общему откровению вы можете что-то узнать о Божьем всемогуществе и о других его атрибутах. И здесь опять я думаю о первой главе послания к римлянам, но также и о 18-м псалме, 2-м стихе. Итак, в чем же суть? Что ж, суть вот в чем. Когда я рассматриваю творение вокруг меня и думаю про себя, ну я бы никогда не смог такое сотворить. И даже если бы мы все, студенты-преподаватели нашей семинарии Тринити, собрались бы вместе и попытались что-то такое создать, то мы бы не смогли. Более того, я думаю, что если бы вы собрали всех, кто когда-либо жил на Земле, и попытались сотворить Вселенную, ничего бы не получилось. Что ж, это должно означать, что тот, кто это сотворил, обладает огромной силой. И это главный атрибут, о котором здесь говорит апостол Павел. Но вы также можете что-то узнать и о других атрибутах Бога. Очень часто мы отмечаем что-то неправильное в нашей Вселенной, хотя так много правильного. И тот факт, что что-то функционирует правильно, будь то органы в нашем организме или какие-то системы в нашей Вселенной, все это свидетельствует не только о том, что сотворивший все это обладает большой силой, но также и о том, что он мудр. Он не просто сотворил хаос и беспорядок. Он знает, как что-то сотворить так, чтобы это работало. И также это говорит о том, что он благой Бог. Вот вы можете представить кого-то, кто обладал бы таким же могуществом и таким же знанием, как и Бог, но при этом хотел бы мучить все сотворенное им? Я даже не хочу задуматься о том, каким бы был этот мир, если бы он был под властью такого Творца. И тот факт, что есть люди, которые не испытывают постоянных мук, что в большинстве своем естественные процессы работают правильно, свидетельствует о благости Бога. Так что вот некоторые атрибуты, которые вы можете узнать, каков Бог на самом деле, не из чтения Писания, а из рассмотрения мира вокруг нас. И третье. Благодаря общему откровению возможно познать, что Бог есть тот, кто хранит нашу Вселенную. И здесь мне на память приходит текст из книги Деяний, 14 глава, 17 стих, а также 17 глава, стихи с 24 по 28. В них можно увидеть, что Бог именно тот, кто поддерживает существование нашей Вселенной. И аргументы здесь строятся примерно так же, как и в предыдущем пункте. И в-четвертых, из общего откровения можно узнать о том, что Бог есть справедливый судья и владыка. Мы все хорошо знаем, что написано во 2 главе Римлянам 15 стихе, где говорится о совести, что она либо оправдывает,
либо обвиняет, в зависимости от того, что мы делаем, как поступаем в свете моральных правил, которые записаны в наших сердцах. Но есть еще один текст в послании к римлянам, который также имеет отношение к этой теме. 1 глава, 32 стих, последний стих 1 главы. В этой главе Павел говорит о том, что откровение было дано человечеству. Но вместо того, чтобы его принять и жить соответственно, произошло то, что люди отвергли откровение и стали совершать самые разные омерзительные грехи. И далее Павел приводит длинный перечень тех грехов, которые стали свойственны человечеству. И когда вы подходите к 32 стиху, после того, как Павел привел этот длинный перечень тех грехов, которые совершают люди, потому что отвергли откровение, и Павел пишет, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Что ж, такой вопрос. А как люди, совершающие такие страшные грехи, как они могут знать, что делающие такие дела достойны наказания? К тому времени, когда Павел написал эту книгу, Ветхий Завет был написан, но у большинства людей не было доступа к нему. У них не было никакой Библии, ни Ветхого, ни Нового Завета. И даже те, кто мог найти копию Ветхого Завета, не умели читать. Что ж, Павел не прав, написав 32 стих в 1 главе послания к римлянам. Нет, конечно, он прав. Они могут знать это благодаря общему откровению, благодаря врожденному чувству, пониманию, что есть добро, что есть зло. И кроме этого врожденного чувства, которое помогает понять, что есть добро, а что есть зло, есть осознание, что если делать то, что зло, то за это нужно понести наказание. Если бы можно было делать зло и не нести за это никакое наказание, то тогда зачем вообще отличать плохой поступок от хорошего? Потому что если нет никаких последствий, хорошо вы поступаете или плохо, то какой смысл в том, чтобы отличать? Различие только тогда имеет смысл, когда есть наказание за плохой поступок и вознаграждение за хороший поступок. И как пишет апостол Павел, те люди, которые никогда не читали Библию, никогда не слышали Евангелие, никогда не встречались с миссионером, они знают, что что-то хорошо, а что-то плохо, знают, что должны понести наказание, но тем не менее настолько испорчены, что сами так поступают и других поощряют. Итак, есть еще пятый пункт. То, что мы можем знать посредством общего откровения. И этот пункт был предложен апологетом и богословом, жившим в 20 веке. Я точно не помню тот год, когда его не стало. Но я имею в виду Корнилия Вантили, который много лет был профессором богословия и апологетики в Вестминстерской семинарии в 20 веке. И вот что сказал Вантиль, и мне кажется, его мысль верна, однако он требует более длительного логического рассуждения, чем предыдущие, которые мы с вами упомянули. Вантиль сказал, что посредством естественного откровения возможно прийти к такому выводу, что Бог, сотворивший все, это Бог благодати. И хотя нет конкретного стиха, который бы в точности передавал эту мысль, но вот как рассуждает Вантиль.
И во всяком случае для меня это рассуждение вполне разумно. Он говорит, что рассматривая творение, то вы должны прийти к выводу, что есть Бог, который сотворил и хранит Вселенную. И на основании этого вы можете заключить, что этот Создатель должен быть благим Богом. Но, с другой стороны, вы также должны осознавать, и вы можете это осознать, что вы нарушили Божий закон, что есть определенные правила добра и зла, и вы нарушили эти правила. И вы также можете знать, что те люди, которые нарушили эти правила, должны быть наказаны. И в то же время вы видите, что вы все еще живы, и вы не наказаны. И на основании этого вы должны задать вопрос, а почему? Я нарушил правила, я заслуживаю наказания, но я не был еще наказан. Почему же так? Что ж, Вантиль продолжает рассуждать. На основании всего этого вы должны прийти к заключению, что этот Бог — милостивый Бог, так как Он еще не свершил над вами суд. Он еще не обрушил на вас того наказания, которое вы заслуживаете, и лишь поэтому вы все еще живы. Что ж, все это можно знать благодаря общему откровению. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.